понедельник, 7 декабря, в эфире телеканала «Мозырь» был размещен видеоматериал о краже женской сумочки в ночном развлекательном заведении 55-клуб. После проведения сотрудниками уголовного розыска Мозырского РОВД оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, разыскиваемые ранее девушки к совершенному преступлению непричастны. По факту публикации видеоматериала руководство Мозырского райотдела милиции приносит свои извинения. В это же время устанавливаются личности посетительниц ночного клуба, которые могут быть очевидцами нашумевшей кражи. Если вы узнали девушек, которых вы видите на своих экранах, просьба позвонить в милицию по телефону 8 033 333 20 77 или 102.